В Петербурге продолжается 4-й международный фестиваль «Опера всем». Сегодня на открытой сцене на улице Зодчего Росси прошел 2-й концерт текущего года. Симфонический оркестр «Таврический» исполнил оперу Джузеппе Верди «Риголетто». Сюжет про герцога и шута зрителям в своем прочтении представил режиссер Василий Заржецкий. Безусловно, мы работали в тандеме с художником, замечательной Юлией Гольцова, которая вписала весь интерьер декорации в экстерьер улицы, в экстерьер пространства, учла классические цвета Александринского театра и улицы Зодчего Росси. Следующее мероприятие фестиваля пройдет уже 19 июля на Елагином острове. Оркестр «Таврический» исполнит оперу Вебера «Вольный стрелок». А 22 июля в Царском селе перед зрителями предстанет дирижер Фабио Монстранджело. Под его руководством оркестр театра «Мюзик-холл Северная симфония» представит на суд зрителей «Кармен».